Всем привет, с вами мистер Кроев, и, ребят, поздравляю всех, у кого день рождения, шучу, нет, у кого реально день рождения, очень поздравляю, если у кого-то оно есть вообще. Короче, ребят, я прошел игру, и, ребят, могу плохой нос, кстати, смотреть, когда я открываю дорогу, теперь она вот здесь, то есть у меня наград вообще нет. То есть, ребят, тупо, короче. Сейчас, ребят, буду апать на первом левеле. Ну, вы помните такую рубрику, я создал. Короче, ребят, ну, один кейсик сегодня как накопил. Ну, так что я только сегодня одну каточку сыграл, ребят. Утром, ребят, утром я сниму. Нет, я не буду снимать. Не знаю, подумаю. Папу с вами кубасики. Ладно, сниму, как я по кубасики. Ладно, ребят, сейчас я. Блин, повернись, говорю. Короче, ребят, кстати, хочу хорошую новость сказать. Ребята, я обнул Эмс на 20 ранг. Поднял. И мистера Пи. Мистер Пи, кстати, очень сложно было поднять. Очень сложно, я кое-как его. Ладно, ребят, прихожу на аккаунт другой. Для вас это раз, два, три. Для меня это, ну, примерно 20 секунд. Хотя нет, ну, примерно 10 секунд я делал. Я быстро все делал, ребят. Ну, реально, 2000 просмотров, ребят. Спасибо, что вы набрали столько просмотров. Кстати, это вам кисик, потому что запись началась. Но я вам хочу сказать прикол в том, что, ребят, я играю на одном бравле, ребят. В том, что сейчас объясню, как работает вот это, то, что я придумал. Короче, здесь, вот на этом аккаунте, я буду играть на одном, на бравлере, на любом вообще. Я мог начать вообще не с Шелли, ну, кроме Шелли у меня никого не было. Короче, я должен Шелли либо на 15, либо на 20 ранг поднять, чтобы взять второго бравлера, то есть я могу уже двумя пользоваться, но третьим я не могу пользоваться, так как, ну, короче, вот так вот я решил сложно сделать, ребят. То есть, смотрите, как только я третьего поднимаю до 15 или 20 ранга, то я могу пользоваться четвертым, вот так вот можно до бесконечности. Может быть, ребят, если у меня наберется не знаю, 100, ой, 95 подписчиков, то я, может быть, подумаю. Может быть, получится разыграть этот аккаунт, если никто бы, если бы мне хоть кто-то комментарий писал. Если бы много бы комментариев было, на самом деле, ну, немного, но так было бы поактивнее бы, то я бы разыграл. Прикол, если здесь, знаете, Лего бы было, вот, знаете, халявно Лего кому-нибудь. Опа! Да вы чё? Да я игру прошел, вы чё? Я бог, вы чё, на бога идти? Кстати, ребят, я досмотрел сегодня 26 этих серий аниме. Одного. Хорошо, что там один сезон, дабы я чукнулся. Есть еще самое популярное аниме, которое я спрашивал Алисы, ну, голосовой помощник. Она сказала, это Хвост Пи. Ребят, скажу так. Вот это, знаете, как смотреть Наруто. Хотя у Наруто там 300 серий вообще. Кто знает Наруто, тот молодец. Я не люблю Наруто. Не знаю, почему. Мне не нравится. Сейчас, ребят, хотите выделю лё? Вот сколько мне удаете. Ну, хотя вначале всегда много. Так. Кейсики давайте. Открывайте кейсики. Давайте еще плюс 200 жетонов. Чё у нас? Издеваешься? Оу, да, ребят, я призди. А чё, блин? В смысле, а чё? Куда он пошел? Твою мать, блин. Сраный дебил. Куда пошел? Да не Саши, а вот сосед. Слышь, сюда, да пошел ты. Как это, как тачер, короче. А, можно вопрос? Он нормальный? Или мне его считать ебарщиком?
Да, я не скажу. Вот, ребят, я не могу ниты пользоваться. Я не могу улучшать. Но, ребят, я даже не знаю. Давайте, короче, знаете, как я сделал? Облегчу себе задачу. Я буду поднимать кубки, знаете, до куда? О, долго буду, ребят. Я буду апать до последнего бравлера, короче. Я не буду. Вот. Последний бравлер. Ну, дальше я уж буду. Это значит, сколько я долго буду апать? Потому что игра у меня пройдена почти что на моем аккаунте, вы же знаете. Видите? Кстати, ребят, мой клан есть. Ха, я наконец-то я стал президентом. Ха! Не, я хочу этого сейчас куска дерьма. А что он сейчас, собственно, сделал? Нафига он вышел? Ладно, не суть. Поехали дальше за Шелли играть. Кроме Шелли я не могу. Шелли надо на 300 кубасиков. Или на 500. Ребята, я постараюсь. Я хочу на 300. На 500 это... Ну, будет сложновато. Уж на первом левеле придумал. Но стараться надо. Стараться надо. Короче, ребят, вот так вот. Поэтому я, ребят, вы заметили, я не играю вообще ни за кого, кроме Шелли, ребят. За Шелли только... За Шелли. Слышь, Шелли! Слышь, сюда, да пошла ты. Не буду такие. Короче, ребят, как Тащерка. Кстати, Тащерка вернулся. Вроде как. Но он сказал, что Brawl Stars он не будет снимать. Хотя, мне кажется, все насрать. Хотя у него почти 1 000 000 подписчиков. Красавчик. А кто знает Тащерку, тот тоже молодец. Так, под... Подожди, отдай банки. Ребят, я ору сейчас. Блин, сейчас... Ладно, я пошел. Я им бомблю. Кубасиков много. Ой, мало. Блин, а как? А, то есть, получается, я теперь бог в этом клане, да? Ладно, ребят. Короче, не буду, опять же, затягивать серию. Ребят, серию я не затягиваю, чтобы было, ну, не так уж скучно смотреть. Ну, давайте, ребят, одно видео по 10 минут буду снимать. Ну, вот примерно так, давайте. По 10 минут одно видео, так что пока что еще у меня 3 минуты. Слышите, мне пофиг, пусть расходуют. Я, знаете, мажор. Знаете, сколько у меня было максимум в этом... вот знаете игру Clash of Clans? Да, Clash of Clans. Вот мною заработанные гемы, знаете, сколько было всего? Не вот эти, которые вначале даются, а вот эти 500 халявных гемов, которые потом начинаете прокачиваться тупо. Ну, я не знаю. Слышь? Так. Ребята. Да, мне так никто. Мне кроме зубик монстры, никто. Тут кроме зубика никто не пишет особо. Я даже, ребят, не знаю. А куда мне все золото? Мне, знаете, интересно, знаете, а сколько же у меня до Эмс наберется золото? И сколько у меня будет кубков? И смогу ли я вообще поймать? Потому что вот на нити будет очень сложно играть. Просто давайте посмотрим, сколько она всего урона. Урон 800. Блин, ребят, я даже выбирать их не могу. Но я могу испытывать, правда. Испытывать, да. Испытывать напряжение. Давайте еще. Давайте прям пару каточек сыграем и все, в принципе, я закончил. Кстати, я скин вышел. Скин вышел. Но я его не куплю. Потому что донатить не могу. Хотя я на ворона хотел бы сдонатить, но мечтать не вредно. Мне. Не, ну, ребят, я просто подбирал по рандому ник. Опа, Эль Пиро. Чего? Подождите, я ультануть не успел. Минус один. Ой, сейчас страшно. Ой, как страшно, ой, как страшно. Очень много. Ладно, ребят, постараюсь каждый день заходить сюда. Я опять кубасики.
Не, ну это жесть. Вот 10 минут. Ребят, сейчас буду заканчивать. А, ну кстати, в конце видео я кое-что вам покажу. Вот, без шуток. А, ребят, можете благодарить Суперсал вообще за все хорошее. Хотя да, их можно благодарить. Они нам, знаете, как много всего сделали. Они нам, вот, вы знаете, сколько подарков делают. Халявные подарочки. И все это было бесплатно. Пока Суперсал не передумали. Забирай все, пока Суперсал не передумали, как говорится. Что происходит? Ребят, меня сейчас убьют. Понимаете? Кстати, а это боты? Или не боты? Как думаете? Это боты? Вот это не бот или бот. Ладно, давайте сейчас посмотрим. Сейчас, ребят. О, новый ранг. Офигеть, как круто, ребят. Почти звездные жетоны получим. Кстати, ух ты, как много всего получим. Смотрите. Сразу. Сразу. Соточка. Ребят, этот боксик я не буду уж открывать. Я его оставлю на следующую серию. Вау, как круто, пятый. Один мегаящик. Ой, как круто, ребят. Ой, я прям люблю. Блин, мне мурашки. Чё мурашки? Кстати, а у меня чё, мистер Пи? Ладно, пофиг, давайте я вам показываю. А, вот, ребят, в YouTube захожу я. Кстати, ребят, спасибо, кто подписывался, ребят. А, ребят, не забывайте подписываться. Вы можете не ставить колокольчиком. Кто хочет, тот хочет. Вот, ребят. Бам-бам-бам. Так как пользователь... Почему пользователь Суперсол? Стоп. А вот, знаете, хочу зайти в творческую студию. Посмотрите, мне понизилось, потому что из-за этого я боюсь, что могут забанить кого. Не забанить. Смотрите, как много подписок, ребят. Ой, НТ-чку подписан. Я сейчас выпущу это видео, а вы подписывайтесь на канал. И хотя это особо не будет влиять, я все равно рядом это. Всем пока. До следующей серии.